К другим темам. Амбулатория, что в поселке Красное, может получить долгожданную лицензию на ведение медицинской деятельности уже до конца этого года. Напомню, учреждение возвели около года назад, но важного документа она до сих пор не получила. Из-за этого социально значимый объект несколько месяцев простаивал попросту без дела. Сейчас врачи продолжают принимать пациентов в старой амбулатории. Накануне в Нарьян-Мар прибыл представитель отдела лицензирования Министерства здравоохранения Архангельской области. В ближайшие дни он проведет предлицензионную проверку нового здания амбулатории в Красном, после чего будет выдан важный документ. По словам начальника регионального управления здравоохранения Андрея Апицына, выдать разрешение на осуществление медицинской деятельности могут уже до конца этого года. Новая амбулатория отвечает современным стандартам медобслуживания. В здании имеется гардероб, просторный холл, регистратура, помещение для хранения медикаментов и лекарств, аптечный пункт, лаборатория, перевязочная, процедурный и прививочные кабинеты.